Доброе утро, мои дорогие. Ой. Вот такое у нас утро. Дождик идет. А мы пошли гулять. Куда деваться-то? Гулять-то надо. Даня вчера вернулся со своей войны. Рассказывал, как там, что. Интересно. Интересно. Я сама такая в молодости была. Так что интересно. А сейчас так это раньше чего? Прыгали с парашютом. Да и все. А сейчас прям целая война. Вот. Ой, тянет. Погода в Питере прям меня выживает. Говорит, езжай в свой Крым. Чё тебе тут делать такую погоду? Ну и правда, что уже делать? У меня уже там посылка пришла из Мурманска. На почте меня ждет. Да дел дома там навалом. Ну вот, завтра я еду на поезде до Москвы. А потом от Москвы в Крым. Вот, все думаю, что делать со вторым каналом. Ну и прихожу к мысли все-таки, что, наверное, не буду я открывать второй канал, а просто поменяю формат этого канала. Ну, во всяком случае, попробую. Конечно, сейчас не самое удачное время. Весна. Сейчас все уедут на дачи. Но что делать? Надо попробовать поменять. Потому что мои хорошие, на самом деле, больше всего просмотров видео про цемент. Уж не знаю, с чем это связано. Но некоторые видео с цементом есть и 700 тысяч просмотров. И по 100 тысяч, и по 60 тысяч. А вот эти мои влоги с закатами и рассветами и разговорами про жизнь, ну... Просто совсем. Из этого приходится делать вывод, что людям интересно совсем другое. Вот. Так что, наверное, придется мне поменять формат. Нет, ну, влоги будут тоже с разговорами, конечно. Но я буду стараться... Уже знаете, какие делать влоги? Ну, реже, но на самом деле то, что может быть интересное будет происходить, а не просто так, да? Вот это вот доброе утро. Так, фу, что ты там грызешь? Палки грызешь? Не надо. Вот. Ну, в общем, во всяком случае... Хочу попробовать, что из этого получится. Понятное дело, что не знаешь, что получится. Ну, посмотрим. Потому что то, что сейчас уже вот идет с конца, ну, практически с октября месяца, того года, это просто какой-то кошмар. Понимаете, ведь хочется же тоже отдачи какой-то.
нормальной. А ее нет. А работать-то работаешь. Ну, что, собственно говоря, у меня вся жизнь в этом в Ютубе, правильно? И уже, что я не пробовала только, уже и по два видео выкладываю. Ну, просмотров все равно мало. А работы больше. Вот, и... Нет, ну, конечно, те блогеры, которые раньше открыли канал, там, 5-6 лет назад, тогда было гораздо проще, потому что не было такой конкуренции даже среди нас, бабушков. Ну, скажем так, людей, да, взрослого возраста. И как-то идет получше все-таки. Да, просмотры и у них упали. Но когда у вас там за 200 тысяч подписчиков, все равно всяко просмотров-то побольше. Вот. Все равно исчисляется тысячами. А не как у меня 500, 600. Это, ну, вообще не дело. Вот. Вы ж меня извините, но я же, мне делиться-то не с кем. Я с вами всегда делюсь всеми проблемами-то своими. Вот. Снег идет. Что-то какой день, погода такая. Нет никого, видишь? Никого нету, погода плохая. Скучно, да? Скажи, что такое? Дома скучно, тут скучно. Да, мой зайчик. Пока я быстренько съела яйцо вареное, да выпила таблетки. Он уже успел кучу навалить и пописать дома. Поэтому, да, скажи, чего скулишь? Поэтому скажи, я хочу поиграть, погулять, а не с кем. Вот. Так что, мои хорошие, наверное, придется менять. Выложу я заранее, которые видео снимала для нового канала. Ну, посмотрите. Что-то вам уже знакомо, что-то я вам показывала. Ну, не целиком видео, но кусочки из них там с украшениями. Что-то я вам тоже говорила местами. Вот ездила я в этот, господи, как он называется, кафе «Бижу». Еще раз на Апраксин двор. Вот. Но это такое тематическое видео получилось, чтобы люди знали, как найти, что купить, цены какие. Вот. Ну и, конечно, сниму еще дорогу. Так, не пойдем мы в яму, не пойдем. Возвращение свое. Возвращение блудной дочери в Крым. Вот. Если будет все хорошо, хочу сказать вам о планах. Я, конечно, никогда, как сказать-то, господи, выпало из головы это самое. Нет, зайка, не пойдем мы на эту мусорку. Данте! Ну-ка, давай, рядом надо идти. Он рядом еще пока никак у него. Пойдем, пойдем. Не люблю загадывать, вот что. Я не люблю загадывать. Но если все будет нормально, если будем живы-здоровы, то, скорее всего, в сентябре я уже буду в Питере. Потому что Макарик, внук мой старший, будет поступать в Питер. Вот. И продадим, не продадим дома в Крыму. Но, скорее всего, в сентябре буду в Питере уже жить.
будем жить вместе с внуком. В общем, короче говоря, все равно грядут перемены. А может, и продадутся дома. Звонят люди. Звонят, узнают. Если раньше вообще никто не звонил, теперь звонят. Ну, а куда людям деваться? Границы позакрывали. Вот грозятся после майских праздников открыть Египет. Ну, Египет, он же мало того, что не всем нравится. Вот я, например, один раз была и больше не поехала бы никогда. И Египет не спасет всех желающих отдыхать. Так, пойдем. Мне, например, эти арабы за даром не надо. А еще и за такие деньги, так тем более не надо. Да, в Египте обалденное Красное море. Дайвинг. Это да. Ну, больше ничего там хорошего нет. Грязные уборщики, которые убираются так, что не знаю. Мы жили в пятизвездочном отеле. Я у него отобрала швабру и сама мыла пол. Что это за обслуживание? Питание мне там не нравится. Вообще. Пойдем. Фу! Ну и просто арабов я не люблю. Вот. Так что поедут люди отдыхать все равно на Черное море. Поставили людей в такие рамки, что хочешь не хочешь, а поедешь. Ой, что-то я вам прям какая-то сборная солянка получилась. И про то, и про это. Еще телефон не тот взяла, в котором все трясется. Ну ладно, смотреть нечего, вот так просто послушайте, ладно. Так что, мои дорогие, что-то все равно изменится. Было бы здоровье. Я его тут в Питере, конечно, попыталась поддержать. Походила к врачам. Кое-что выяснила. Диета. Что я хочу сказать? Девчонки, я уже похудела на 6 килограмм. Буквально вот сколько? За 2 месяца. Вот. Так что скоро буду точно, как черепаха тортила. Вся страшная, обвисшая. Ой, сейчас ключи достану. Вот. Вот что в нашем возрасте худеть-то. Красоты-то не прибавляет. Данта, пойдем. И так-то. Ой. И так-то смотреть страшно. Ой, смотрите, на кого я похожа. А чё ж я собралась гулять даже и не умылась, не причесалась. Пошли. Пойдем. Ой, пойдем. Заходи. Так. Прям руки замерзли. Холодно как, да? Ну, чё, снег идет. Конечно, да? И у тебя-то особенного смотрю. Нету желания. Ну, у тебя понятно, собак нету. Поэтому и желания нету. Вот. А, да, что я еще говорила? Я мысль потеряла, что те, кто раньше начали, открыли каналы, им все-таки попроще. А я как раз, ну, как всегда в моей жизни, вот, я как раз открыла канал, когда народ пошел на YouTube. И наш возраст, потому что вот сколько
девочек пооткрывали каналы. Самое обидное мне за Марину, ну, за Августа Рукаву, за Лену Баттл. Они открыли каналы позже, чем я. Вообще не прибавляются ни подписчики, ни просмотры. Очень мне обидно за девочек. Так, где у меня ключи-то, Зайц? Подожди. Да, конкуренция вещь такая. Заходи. Заходи. Тихо, тихо, тихо.